Весь мир – театр, и даже в библиотеке. «Библия-ночь» этого года посвящена году театра в России. Мастер-класс по актерскому мастерству преподали актеры муниципального музыкально-драматического театра Ивантеевки Дмитрий Романов и Анастасия Квардицкая. Они же поведали гостям про актуальный и современный театр. А в холле библиотеки все желающие могли научиться создавать театральные атрибуты, а также делать набойку по ткани у Екатерины Усовой. Молодежь посетила и действующие книжные выставки. Акция «Библия-ночь» всероссийская. Организуется по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. Акция проходит уже 7 лет.